Товарищи красноармейцы, в минувших боях вы все неоднократно проявили отвагу и мужество. Фашистские захватчики, вторгшиеся на нашу территорию, всеми силами стремились к Москве, к самому сердцу нашей Родины. Но здесь они впервые почувствовали на зубах вкус собственной крови. Здесь они впервые усомнились в несокрушимости великой германской армии. И здесь впервые им пришлось остановиться, потому что здесь вы встали у них на пути. Враг впервые испытал ярость бессилия. Его план молниеносной войны дал осечку. И в этой ярости он стянул огромные силы для нового удара. Он снова мечтает прорваться к нашей столице. Но теперь он знает, что его ждет. Теперь он знает, как русские любят свою родину. Он знает, как мы будем за нее драться. И теперь ему не избавиться от страха. Воины Красной Армии, враг рвется к Москве. Он будет стараться смешать нас с землей авиацией, разметать нас артиллерией, опрокинуть нас танками и пехотой. Но враг не пройдет, потому что здесь будем стоять мы. Братья, история знает немало доблестных воинов, но никто из них не был удостоен такой великой судьбы. Сегодня за нами не только Москва, не только вся наша необъятная Родина. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Потому что здесь, на этих рубежах, мы встаем на его защиту. Будем достойны этой чести.